Всем привет! Пришла еще одна посылка из Китая, купленная на сайте AliExpress. Здесь я себе заказывал лампочки в противотуманные фары, диодные. Не знаю какого качества, но как продавец уверял, что светят они хорошо. А цена посылка была в $3, доставлена почтой Китая. Стоимость на самом деле упала их за 11, за 10 с копейками, не помню. Ссылка будет под видео, как всегда. Давайте посмотрим. К сожалению, проверить их сейчас не получится. Надо установить их. Давайте так глянем, будет обзорчик. Самому интересно, потому что как бы я не видел даже, как они работают. Но думаю, все будет чудесно, прелестно. Так, упаковал он их. Вот такие вот лампы. По номиналу я не помню, но все будет в описании, в ссылке. Такие вот лампочки диодные. Сделано, в принципе, качество алюминий. Здесь пластиковая штука. Так, размер H27. В принципе, там все размеры у этого продавца есть. Надо будет сделаю отдельный обзор после установки, как они светят действительно. Напишу свой отзыв поконкретней, что они как светят, пучком или в одну точку. Ну, качество хорошее. Здесь такая вот резинка. Вода, наверное, не проникала. В принципе, неплохо, на первый взгляд. Посылки идут. Заказал я себе еще глазки, типа ходовых огней. Тоже должны скоро на днях прийти. Сделают уже обзорчик. Так что, в принципе, ждите новых видео. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ждите отдельный обзор на вот эти две лампы после установки. Всем спасибо.